Так, всем привет. Вот получил посылку с Алиэкспресса. Курточку кожаную. Сдать перенес. Сейчас буду открывать, проверять. Секунду. Надо немножко одеться. Вот такая курточка, сделана под джинсовку кожаную. Внутренних кармана есть. Это очень хорошо. Два XL, китайский размер, но 48 на рост 170. Сейчас я прикину, как это будет. Все нормально. Самый раз. Подальше еще тут. Так, свет сейчас включу. Вот как-то так. Самое оно. Ну, все, всем пока.